Таламус – область головного мозга, отвечающая за перераспределение информации от органов чувств, за исключением обоняния, к коре головного мозга. Эта информация поступает в ядра таламуса. Сами ядра состоят из серого вещества, которое образовано нейронами. Каждое ядро представляет собой скопление нейронов. Ядра разделяет белое вещество. В таламусе можно выделить 4 основных ядра. Группа нейронов, перераспределяющая зрительную информацию, ядро, перераспределяющее слуховую информацию, ядро, перераспределяющее тактильную информацию, ядро, перераспределяющее чувство равновесия и баланса. После того, как информация о каком-либо ощущении поступила в ядро таламуса, там происходит ее первичная обработка, то есть впервые осознается температура, зрительный образ и т.д. Считается, что таламус играет важную роль в осуществлении процессов запоминания. Фиксация информации осуществляется следующим образом. Первой стадией формирования энграммы является сенсорный след, когда стимул возбуждает периферические рецепторы. От рецепторов по проводящим путям нервные импульсы идут в таламус, а затем в корковый отдел. В нем осуществляется высший синтез ощущения. Повреждение таламуса может привести к антероградной амнезии, а также вызвать тримор, непроизвольную дрожь конечностей в состоянии покоя, отсутствующую, когда пациент выполняет движение осознанно. С таламусом связано редкое заболевание, называемое фатальная семейная бессонница.